Знаешь, что я поняла? Я очки забыла. Какие очки? Солнечные очки я хотела классно полететь в Сочи. Я забыла солнечные очки. Все, отмена, возвращаемся обратно. Говорят, ты Инстаграм создал. Да. Поэтому ты снимаешь. А что ты меня снимаешь, я не причесался. Меня всегда прикалывает эта штука. Проверка. Мой мужчина идет. Обзор на еду. Сколько мы за это заплатили? 1500. Знаешь, сколько кола стоит? 280 рублей. Знаете, сколько кола стоит? 1400 это будет. Спасибо, что взяли. Они спорят, это за рост. Вот, давай сейчас с вами вот. Нет, смотри. Ну, смотри, видишь, смотри. Смотри, я гигант по сравнению с тобой. Блин. Пишите в комментариях, кто выше. Суть была в чем? Я всегда думал, что я высокого роста. А Сеня маленький, короче. И мы вдруг решили, короче, сравнить, кто из нас действительно выше. Когда я узнал, что мы одинакового роста, я очень расстроился. Потому что он мало того, что... Высокий? Маленький, но он, ладно, худой. Я маленький, мало того, что еще и толстый. Как мне теперь жить? Поэтому перешел он здесь в сухой. Это нормально. Тебе для перебивки ставишь. Очень расстроена, что не взяла с собой очки. Сейчас бы шла в этих солнечных, черных такая. Солнца-то нету. Давайте линзы дам по носу. Ну, Сеня. Слушайте, ребят, я летела в берушах, в маске. Это очень круто лететь. Все, пока, короче. Я не хочу разговаривать сегодня, я хочу спать. Короче, в маске, в берушах топ лететь. Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. Как я на Лепсу так пришла просто? С другой песни совершенно. Там горы, какая красотища! Это невероятно! Какой вид! Там на выходе идет мастер-класс. Мой выход через минут 20. Я крашусь в туалете. Что по итогу? Мастер-класс я провела, перед этим я упала в море. У меня теперь зафоршмаченные ботинки в ржавчине. Вот так выглядит селеба, чтобы вы понимали. Смотрите, сколько много... Ой, фокус, куда делся фокус? Смотрите, как много людей. А еще я очень хочу спать. Обзор на всякие прикольные штуки. Бесплатная реклама проекта. Там поют песни. Такая гримерочная обстановка. Ребята, остался последний рывочек. Выступить. И вкусно покушать, и поспать. Вот это вот единственное, о чем я сейчас мечтаю. Все-таки, когда в каком-то таком потоке находишься, постоянная движуха, тогда энергия как бы есть. А вот только тебе стоит вот в ожидание в какое-то впасть, и вот это вот недосып, вот это все выходит из тебя. Короче, мы сейчас просто все без сил сидим. Чтобы вы понимали, он сначала сидел, сторис смонтировал, потом такой... Ты мне подыгрываешь? Я подыграю, да. Молодой продюсер. Ну, не молодой, но продюсер. Пишите в комментариях, как вы думаете, сколько нашему продюсеру лет. Не, ну видишь, типа, ты сказал, типа, не молодой. Типа. Я сейчас сказал, наш молодой. Ну, может, для кого-то 20... Может, для кого-то 28 это уже не молодой. До 30. До 30. Давай, ну... Веков. Она твоя. Вот лагерь как будто вернулась. Это блогер, артист, модель. Зовут ее Алина Косова. На сцене Алина Косова! Встречаем! Привет, ребята!
хочу своего сына. Были друг другу незаменимы. Ну а теперь мы пройдем просто мимо. Я снимаю. Ну да. Ты что, снимаешь влог Алины Косовой? Ну да. Офигеть. Мастерами кунг-фу не рождаются. Расскажи, какая она вообще в жизни по-настоящему? Очень необычная. А сколько ты чего уходишь-то от меня? А сколько она тебе платит? Это что-то уже на дуде. Хотелось бы пока чёве, чтобы прям взорвать аудиторию. Давай я тебя сниму. А то ты сама себя снимаешь постоянно. Меня видно? Да. Я выступила. Ну, все говорят, надо было кочевый какой-то трек. Ну, выбрали такую лирику, но зато она красивая. Зато аудитория меня любит. Еще кстати, балдежно. Многие пели. Я помню запах. Нет, нет. Не пели. Сеня! Да, я шучу, пели, вы конечно. Вы стояли, пели. Не, стопудово, конечно, ты чё. Да, я веду теперь видеоблог. Видеоблог Алинки Абрикосы. Вот такая перебивка есть еще нужная такая. Такая снимай прикольная. Меня. Нужно ходить только по желтым полосам. Да, если по белым... Какой голос? А чё, это чокер, да, у тебя на шее? Модный новый. На самом деле очень удобно, идёшь и лежишь. Спишь, да, сразу идёшь, да. Спишь? Два дела одновременно делаешь. Да, я вообще универсальная и очень продуктивная. Два дела в секунду и единицу времени, это про меня. У тебя шея как будто маева сейчас. Такие книжки я интересные купила. А вы что читаете? Слушайте, я люблю такие названия книг. Вот эту книжку, короче, что-то «Оракул», чего-то там. Как книга Таро, перемен. Блин. Да, ее переворачиваешь, работает. Открываешь, ну, задаешь вопрос какой-то. Короче, по этой книге... Как объяснить? Ты задаешь вопрос. Да, переворачиваешь вот так 9 раз. Да, и открываешь все, рандомно. Открываешь рандомную страницу, и там ответ на твой вопрос. Им сейчас вот ответила. Да, сказала ему, что мы пойдем через минут 20 на Джон Уика. Вообще-то через 5. 5 минут. Пойдем 5. Тогда. Сейчас. Мы сходили с пацанами на фильм «Боевик». Я классно поспала 3 Джон часа. Вик, Джон Вик. Какой боевик? Ты же выбирала. Мы приехали в аэропорт, сейчас возвращаемся в Москву-Сити. Во сколько нас выйдет? 22.20. 22.20. Подожди, типа, мы в этот, что ли, в Шереметьево приезжаем? Да. В Шереметьево? Да. У меня машина в Домодедово. Зарина, ты по дороге в Шереметьево? А мы в Домодедово, Зарина. Ты угораешь сейчас? 22.15. Я тебе билеты скидывала. Ушел. Мы приехали домой. Приземлились в Москве, приехали из аэропорта. Супер! Люблю, когда приезжаем домой. Сейчас родители прилетят тоже, через часика 3. Подъехали, мои родные! Ну куда, куда? Остановитесь! Стоп! Стоп! Время 6 утра. Я не спала еще сегодня. Вам сюда! Привет! Привет! Лена! Да? Привет! Привет! Где их ждать? Привет! 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 Много дороги. Акустическая версия клипа. Останови меня, обувь, забор. Пацаны, на броне свой пиздаю. Мальчика не буксу. Две на строю. Сынок, что там пиздают? Наши вашим привет передают. Ну, перевожу вам. Сын, там поется привет передаю. Не сдают, поют. А, не сдают. А, да? Наши вашим чудом. Привет передаю, это пока вашим району передаю привет. Наши ваших не сдают? Как там поется, Сын? Нет, вашим району передаю привет. А, ну а потом вот эти пиздают, ты откуда взял? Там не сдают точно. Не сдают, передают и пиздают. Я с двумя буду мутить, меня Калина пчую. С двумя будешь мутить? Да, так очень. Она мне давно сказала, мы на улице с Ваней стояли. Калина подошла, сказала, я ей нравлюсь, мы убежались. Никита, мой друг, зашел со мной в дом. А это...
мы убежали из него, там, конец, это, Соня так добавил, не пускал нас, мы проезжали, Никита, побежали, он же ржет, что у меня в Каина влюбилась, он ржет. А в садике Каин за мной бегает, чтобы поцеловать меня. Руку, и потом хотел меня поцеловать. Да-да-да. А я говорю, нет-нет-нет. Зачем так будет качаться? Нет. Или да. Мы сейчас с родителями на колесе обозрения. Будем смотреть на ночную Москву. Красота. Да мы еще лет даже до середины не дошли. Мы сейчас спускаемся. Говорю, что за стол? Почти спустились. Мама говорит, а что это за столб? Типа, почему мы на месте стоим? Потом говорит, а, это типа он прикреплен к нам. Все, мы уже спустились. Да ладно, мам. Она думала, что те типа решетки. И типа мы не двигаемся. Вот им сейчас наверху хреново, да, тоже? Ну, Москва, конечно, вау. Happy New Year. Пойдемте. Мои родные, любимые, дорогие. А камера? А что с камерой? Мы приехали в батутный парк. Зацените апгрейд. Нет, ты посмотри, какие у меня черные. Да, у тебя стильные. Сень, что по носкам? У меня оранжевые. Под цвет чехла? Да. Мы типа пара? Да. Мама, для тебя движуха. Нам поснимай, мама, нам поснимай. Спорт, жизнь. Тверк. Мама развлекается как может. Мама, у тебя что, энергосберегающий режим? Ну вот это ты оторва, мам, ну прекращай, на тебя люди смотрят. Давай. Вау. Я тоже хочу сальто сделать. Туда нельзя заходить, тем временем Сеня. Экстремал. Я снимаю на папин телефон, качество не очень. Беги и прыгай. На левую, прыгай. Ой. Короче, какой это день? День третий, да? Мы вышли в парк погулять, потом поедем в парк аттракционов. Мама продает круассан. Кому нужен круассан? Давай, созывай людей. Круассан, кому круассан? Мама-то вообще скромная у вас. Я в шоке, что она выдает. Сальто вчера делала на батуте. История. Сейчас спускаемся с мамой. Ну вот, теперь мама дурочка. Мы живем на третьем этаже, спускаемся на первый, а мы пока шли, она что-то мне так усердно рассказывала. Мы спускаемся, и вот осталось выйти, ну просто выйти из, ну, из подъезда. Она заходит в лифт на первом этаже. Говорит, ну что, мы на лифте, да? Говорит, поехали. Нажимает, короче, кнопку, стоит, ждет. А я думаю, она шутит или нет? Она потом к ней пришло осознание, она такая, ой, все, помыть. Я шутила, может, так. Я выхожу папе рассказывать эту историю, она мне рот затыкает, говорит, не говори. Опыта привыкший уже, да, не удивился даже. Я, короче, в этом парке всегда гуляю, родителям звоню, а теперь они со мной вот гуляют в парке. Красота. Вообще красиво. Летом вообще будет супер. Зима не так, летом круто. Мирон, кого ты увидел? Голубя. А ты сначала кто сказал? Голубя. Синица. Мы приехали в парк аттракционов. Посмотрите, какие у меня красивые родители. Ой-я, мама на каблуках, под съемы. Да, мы тут. Ну и мы с Мироном просто как...
У кого-то шарик улетел. Просто обстановка. Я здесь уже раз шестой. И все равно восхищаюсь. А реклама, за которую мне не заплатили. Но остров мечты топ. Вот вы поверите, что моей маме 40, а папе вот 45 сейчас исполнится. Еще сальто делал. Я восхищаюсь, я реально восхищаюсь. Парк внутри — это вау. Да? Мне уже этот мир абсолютно понятен. Сайторскую воду. О, бэйби. Маме, солнышко, поймай. Мы здесь уже третий раз. Весело тебе, да? Да. А я плевать хочу. А мы на двух аттракционах только прокатились. Мама, I'm a criminal. Мама, I'm a criminal. Вот на этих VR-штуках мы уже катались. Не знаю почему, но меня сегодня прям очень укачивает на аттракционах. Впервые в жизни. Меня просто тошнит. Я реально стою и думаю, как не блевануть. Я даже говорить не могу, я хочу, просто меня укачало. Ладно, какие-то горки вот эти вот, окей, я это люблю, я люблю экстрим. Но вот это вот, которое, там сколько она, минут? Тоже укачало, даже его укачало. Я люблю аттракционы, но просто она, не знаю, минут пять просто вот так по кругу шпарит и шпарит, шпарит и шпарит. Ненавижу это. Наташа, вас. О май гад. О май гад. Давай фотку сделаем. Нам пристал фотограф. Он нет, не уходит. Ушел, слава богу. А, что, кстати, да, зацените. Последний раз я такой фигнёй... Нет, это не фигня, аквагрим — это вообще-то топ. Короче, последний раз в 12 лет, наверное, мне делали аквагрим. Слушайте, я не знаю, как так получилось, но... Красота! Да? Да. Теперь мы с тобой оба такие, да? Интересные личности. Как вам? Где мой сын? Ай, вы что здесь? Привет, боже, а ты как мой на самолет сегодня? Не знаю. Вы себя не пропустят. А как ваш романтик? Отлично. У родителей было свидание, пока мы на аттракционы ходили. Дружили мы. Дружили. Сейчас родители берут вещи и едут в аэропорт. Почему? Я буду скучать. Надо вот этого отмыть. Этот ваш. Да, на куртку. Что за брандулет? Не выпендривайся. Что? Там какая-то суета происходит. Не, я целоваться, обниматься. Я поцелую. Там уже вон на все, сыночка, пойдем. Сынок. Пойдем. Киса, я скоро приеду. Мирон, Алиночка приедет. Пошли, там уже кресло ждет. Пойдем. Я поцелую. Все, скоро прилечу, будем там тусить с тобой, Сергей. Я вас люблю, с Богом. Давай. Он не дал мне сказать. Я сейчас. Все? Да. Ну вот и все. Мой влог подошел к концу. Надо придумать мне какое-то прощальное слово, да, чтобы оно везде говорилось. Да. Сюда кушали? Мойте посуду и идите спать. Все, спасибо.